Самарский двор по адресу Полевая, 88, пример того, как убираться не надо. Это видно невооруженным взглядом. Никогда. Нет, как-то почистили, по-моему, один раз. Ну вот сейчас, слава богу, что можно сходить. А так был такой лед, что просто невозможно. И вот так. На состояние двора жители пожаловались в ГЖИ, и проверка нарушения подтвердила. Представитель управляющей компании обещает, что скоро все изменится. Реакция есть, просто планово подошли к этому вопросу, распланировали, то есть, и, так сказать, завтра здесь будет произведена механизированная уборка. То есть постараемся убрать все автомобили здесь стоящие и навести здесь надлежащий порядок, чтобы к нам вопросов не было. Реагировать управляющим компаниям нужно действительно быстро. В случае неисполнения предписаний ГЖИ последуют штрафы. Размер до 300 тысяч рублей. Во время административного разбирательства оправдываться будет куда сложнее. Нам с вами, как потребителям, да, услуги, абсолютно все равно, в каких рамках они находятся. Потому что если управляющая организация взяла на себя такое бремя, взяла такое количество домов, и это ей не по силам, либо она оставляет эту работу, да, либо она ее делает качественно. Потому что это ее прямая обязанность. И доводы, машины стояли, не вовремя оплатили, они здесь просто неуместны. Масштабная проверка работы управляющих компаний началась по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Сотрудники ГЖИ действуют не только в Самаре, но и в других городах региона. За две недели они успели осмотреть около 3000 объектов. Составлено порядка 300 административных протоколов. Инспектировать дворы продолжат до тех пор, пока сохраняется наледь и поступают обращения от граждан. Впрочем, жители Самарской области могут помочь коммунальщикам, да и самой весне наступить быстрее. Выходить во двор с лопатой не обязательно. Все-таки это вотчина управляющих компаний. А вот убрать собственные подснежники или хотя бы временно перепарковать машину всем нам под силу. Кирилл Козин, Александр Дудко, Новости губернии.